Всем доброго времени суток. Очередная куча посылок с сайта AliExpress. Их у меня целых раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Решили все сразу, видимо, отправить. Ну, давайте распакуем и посмотрим, что тут есть интересного. А тут у меня держатели для батареек типа 18650. Я их заказывал, потому что мне не хватило для сбора аккумулятора Powerbank. Теперь следующая посылка. Так, здесь у нас что-то такое симпатичное. Здесь у нас идут наклейки, точнее бронь для телефонов. Это у нас для Grand Prime. Ну, упакованная, скажу, по высшему классу. Так, следующая посылка. Тут у нас термопасты, каждая в отдельном пакетике, раз, два, три, четыре. Именно этой термопастой я уже пользуюсь давно, ею полностью доволен, никаких нареканий нет. Это уже для моей мастерской. Вот, идем следующую посылку смотреть. Здесь у нас карбон. Заказывал посмотреть, что да как. Ну, мне нравится, выглядит красиво. Здесь у нас тут нет ничего. Так, следующая посылка. Следующая посылка. Следующая посылка. Флеш-карта 16 гигабайт. Со своим адаптером. Кстати, дешевая флеш-карта очень. По сравнению с ценами, которые есть тут у нас в России. Это у нас. Что это у нас? Это Powerbank. Пустой. Сюда 18652 батарейки ставятся. Здесь у него свой встроенный модуль для зарядки. Одна для зарядки, другая, чтобы заряжать. Эта конструкция собирается. Ну и колечко подачи. И последняя наша посылочка. Последняя наша посылочка у нас. Сейчас мы посмотрим, что у нас. Да, гнездо для батарейки типа 18650. Вообще планирую, загляну вперед, скажу, планирую создать USB паяльник. Вот жду пока, точнее беспроводной паяльник, жду пока все комплектующие дойдут. Вот, ну части, да, в которых я его буду собирать. Вот такие вот посылки на сегодня. Все ссылки будут в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх.